краткий или не краткий обзор на мою балалайку. Что за балалайка, почему на ней 4 струны? Какой строй? Мы видим реально 4 струны, 4 колка. Не 3, как в оригинале. Вот такой вот бридж, а под ним пьеза. Идет провод, заземление, точнее экранировка и вот выход на джек. То есть она электроакустическая. Ну, потом все расскажу по порядку. Внизор стандартная балалайчная, естественно, ля, первая струна, балалайчная стандартная. Вторая, ми, балалайчная стандартная, металлическая. И она является самой нижней. Потом идет третья струна, си, которая как будто мы зажимаем на втором ладу. Это третья струна. И четвертая струна идет в фа-диез. Как будто мы зажимаем вторую струну на втором ладу. То есть мы можем сыграть вот это вот здесь и вот здесь. Одинаково. Для чего так сделано? Для того, чтобы можно было играть аккордами и звучало ярко. Но это чисто так. Чтобы не было бубнящего и низкочастотного. Балалайка — это высокочастотный инструмент, поэтому я решил сделать на ней такой строй, хотя 4 струны. То есть, естественно, если мы зажмем вот так, то у нас место будет вот так. Видите? Это будет квинта. Здесь это будет кварта. Чтобы сыграть квинту, надо будет вот так. То есть... Одинаково звучит. Здесь получается кварта. Здесь опять квинта и почему-то не строит. Почему? Завышает фа диез. Короче, струны еще не успели привыкнуть. Недавно их поставил. Вот теперь начну что-то играть в таком строю, для чего это сделано. Это, короче, была моя песня, собственно, мной сочиненная, называется Fox the Pirate. Она выйдет в металлообработке, естественно. Thank you.
выжать, самая высокая нота, которую нужно выжать на балалайке. И, как ни странно, она находится на третьей струне, последний лад. Да. А как аккорды брать? Это минор, си минор. Это си мажор. Короче, берем си минор. То есть можно запросто аккордами обычными играть. Что изменилось? Вот это. Алло! Фу! Не, она вроде... Это она в гитарный комплекс звучит, если что. Можно лупером что-то побаловаться, да?
Так, сейчас еще лупером попробую одну что-то записать. Короче, сойдет.